Всем привет! Иду на встречу с коллекционером из Киева, с которым уже меняемся, не помню который раз. Показываю, что к нему несу. Эти пробочки большинство, смотрите, какие симпатичные. Выменял у коллекционера из России, ну я менялся с ним 100 на 100, кто не видел видео. И большинство взял для того, чтобы обменяться с этим коллекционером. Есть также вот украинские, украинские, немецкие. Ну я считаю, довольно-таки симпатичные, смотрите. Вот эти вот степи, ветер тоже. Ничего сложного нету. Одноцветная, то есть стоит недорого. Ну, вернее, двухцветная. Но можно же нарисовать. Ну, а можно просто вот такую сову сделать. В общем, иду, показываю, что выменял. Ну и, кстати, если у вас есть предложение, то есть могу взять дубли. Ну, желательно, конечно, больше 60, 60, 70, потому что вот недавно писал казах один, ну не казах, вернее, из Казахстана коллекционер. Я у него выбрал около 20 и говорю, если есть дубли, то есть возьму, допустим, три таких образно. Три таких для дальнейших обменов, потому что, чтобы не возить пустые посылки. Но он сбросил, у него были только Жигулевская, СССР или как там. Плюс те, что даже я выбрал в коллекцию, были с ржавчинами или с вмятинами. Зачем брать в коллекцию, чтобы их потом искать им замену? Ну, в общем, отказался от обмена. Но если у вас есть предложение, то готов рассмотреть. В общем, иду и показываю, что обменял. Я так показал на Золотой Урал и сказал, зачем брать в коллекцию, чтобы искать замену. Но Золотой Урал это относительно старая, то есть такую в любом состоянии можно брать. Но имеется в виду вот такая вот, допустим, лондонский Портер там или Карлсберг, или тоже Степи Ветер. То есть их же не проблема достать. И зачем брать погнутую или ржавую. Сделка состоялась. Смотрим, чем я пополню свою коллекцию. Ну, 20, это уже не 20, как раньше, уже 50, это последний. Так, вижу вот такой вот уже. Каждый год выпускают в таком же дизайне, просто меняется дата. Ну и цвет. Сейчас покажу. Пух! Вот все пробочки. Вот те, что у меня были. 7-й год, 18-й, в 12-м, видите, дизайн другой. Но это специально делается под фестиваль. Видите, Кронкор. Кронкоркин, это Кронпробки, форум, да? Каждый год, в общем, выпускают. При том, что они на пиве были. Ну, у него вот была вот такая вот обжатая. Ну, у меня она есть уже. Не взял. Ну, и добавляем этот 19-й. Охота за остальными продолжается. Так, приехала вот еще такая вот. Приехала. Пришла. Аплдайр. Ну, по-моему, симпатично. Нравятся они мне. Немецкие. Но это самое несимпатичное по сравнению с этими. Ну, почему бы не взять. Так, еще приехала. Где она? А, вот. А что ж такое приехала? Ну, по привычке. Вот. У меня только есть в таком дизайне экспорт. Что еще из немецких интересно? Вот. Симпатичная. Вот такая вот Бэкс. По-моему, у меня нету. С белым ободком. Вот такая вот еще. Вот симпатичная. Даже очень. Такая. Такая. Идем дальше. Вайерштайнер. У меня был только оранж. Теперь появился еще лимон. Кола. Оранж, лимон, кола. И чили. Но чили, конечно, немножко поржавевшая. Ну, я же рассказывал про них. Нету лака и, соответственно, ржавчина появляется. Обидно. Мои любимые бренд Нидерланды. Вот. Такая была. Такая появилась. Эти отличаются. Ну, видно. Я думаю, видно. Пока добавим сюда
А остальные? Ну и, собственно, можно сказать по европейским меркам, какая-никакая экзотика. Венгрия. Ну, такие в обменах я не встречал. Конечно, они у меня есть по пару штук. Например, Дрехер. Дрехер была у меня в коллекции очень давно одна, поэтому запомнил ее. Но вот теперь смотрите, сколько сразу появилось. Так же самое Сопрони. Теска, это сеть супермаркетов. Это уже Словакия, кстати. В общем, ставьте на паузу, рассматривайте. Я тоже буду любоваться сейчас. Упаковывать их в альбомы. Это, по-моему, Бельгия. Ну да, здесь написано. Что-то новогоднее. Хмельное. Голландия. Тропическое пиво. Словакия. И Венгрия. Считаю, очень даже отличный обмен. Купил себе тапки, пришел на Укрпочту забирать посылку, и пришло уведомление: вам приехала посылка. Я, в принципе, знаю от кого, но смотрите, какая большая. Написал мне в Инстаграм подписчик, говорит, что раньше коллекционировал пробочки, потом куда-то их засунул на чулан или выбросил. Говорит, если найду, то отправлю. Но потом, говорит, не нашел, отправлю себе те, которые поднимал с земли. Так, ну тут что-то подозрительно много. Ого. Наверное, это его коллекция. Вот так упаковано. Ну, Павловска уже хорошо. Такого хватает добра. В общем, сейчас все это распакую, разложу и покажу. Он, собственно, работает в барбершопе. Барбером. Вот название. Gentleman Club. Com.ua. Сайт. Он из Луцка. Кто из Луцка, тоже можете зайти в гости. Ссылочки на его Инстаграм я не оставляю, потому что были случаи. Налетают чайки, попрошайки на другого человека. Другому человеку, вернее, в Инстаграм налетели. Отправь мне. То есть выносят морск. Ну, ребята, идите в баню. Наглые такие. В общем, смотрите, это пойдет в коллекцию. Немецкое пиво. Гор Лиц. Ну и в основном, конечно, он пополнил мне обменник. Как уже сказал, он из Луцка. Ну и смотрите, то, что у нас на каждом шагу в Киеве валяется оболонь, ну а у них Павловская, это Волынская область, Луцк, это областной центр. Ну и Земан, Луцкий пивзавод. То есть очень много таких пробочек. Плюс, вот, довольно-таки редкие. Обменник пополнил. Думаю, выменяю их. Вот такие еще. То есть нету прям редких, старых, ценных. Ну и на том спасибо. Вот это вот нужно загуглить. Ну, скорее всего, капелька воды. Вода. Воду я не собираю. Не украинская. Тоже обменяю. Ну и вот. Земан новые. Тоже улетят прямо сегодня, возможно. Потому что сейчас провожу обмен с иностранцами. А, есть еще шампанского. Вот. Секунду. Вот такая вот, это даже не шампанское, а сидра. И должна быть Кронан, даже в двух вариантах цвета. Но пока что нету. Следите, хотя можете зайти в магазин посмотреть, может у вас уже есть. Ну, самое ценное, наверное, вернее, самое старое, Днепро, но видите, какое состояние. Вряд ли она куда-то уйдет. Но остальные, как уже говорил, уйдут. Так, ну что, показать вам, какие тапки купил, потому что будут комментарии, сказал, не показал. Но не совсем тапки, на жаргоне, кроссовки. Puma, Trinomic. Люблю эту серию. Она олдскульная, еще с 80-х годов выпускают они. Но что-то последние пару лет Puma перестала выпускать. Но мне современные модели не особо нравятся. Плюс цена кусается у них там по 3-4 тысячи гривен. Вот эти вот за 800 ренку. Нашел объявление на OLX. И загорелся, купил. Но проблема одна у меня. Вот, у меня есть такие, то есть, видите, они не отличаются, тоже, Trinomic.
То есть эти 28,5 стелька, то есть я, у меня были одни такие, это новые. Нога влетает, удобно, хожу. А вот эти померил здесь 28, 280. Ну, даже нога не заходит. Халепа, короче. Ну, наверное, скорее всего, буду их перепродавать. Ну, купил за 800 гривен, поэтому продать будет не проблема. Плюс они оригинальные, новые. Ну, конечно, хотелось бы запихнуть свою колбасу в них. Ну, если будет тихая охота и видите на ногах, то, значит, все прошло успешно. Так. Ставим лайки и ждем следующего видео. Подписываемся на канал, комментируем. Всем пока.